Так, поехали на остров Святого Николая, по-местному называется Гавайи. Вот на таком катерке поплывем вон на тот остров. Все вам расскажем. Стоит по 3 евро. Так, что, куда мы отправляемся? Это что такое? Гавайи, острова, ты что, не знаешь? Гавайские. Гавайские? Черногорские гавайские. На чем мы отправляемся? На корабле, весна. Лайнер, весна называется. На Гавайи ходит. Вот, вот такой у нас, вот капитан пошел. А мы поехали. Все, разворачиваемся и погнали наши городские. Так, вот это тут первый пляж. Ну, мы вам все покажем пляжи, какие найдем здесь. Сейчас мы причалим. О, тут. А, молодцы. Позируют все. Отдыхают. Красотища. Все, вот подъехали на весне с чемоданчиками и пошли остров вам показывать. Вот здесь и входит сразу кафешка. И ресторан даже. Давай называется. Вот сейчас покажем вам меню. Вот Ленка говорит, это дырочка на пляж. Мы пойдем там, где большая дырочка. Вот здесь первый пляжик перед нами. Сейчас поднимемся здесь, посмотрим на это лестницу. Так можно здесь до 6 часов вечера на этом острове купаться, отдыхать, загорать, ресторанчики покушать. И через каждый час можно выйти на причал, сесть на катер и уплыть обратно в Буду. Вот у нас билетики на остров Святого Николая. Мы уже сюда приплыли, ждем катер, когда приплывем обратно. Да, обратно стоит 3 евро с человека. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Юнеч на YouTube и смотрите другие наши видео про отдых в Черногории. Бронируйте апартаменты в Черногории в городке Бечичи на вилле Белмаре по скайпу Юнеч 08.